Всем привет! Сегодня я подготовил для вас вторую подборку с очень популярными товарами, у которых тысячи заказов на AliExpress. Все ссылки я оставил в описании, а также еще на несколько обалденных товаров, которых нет в видео. Надеюсь, подборка вам понравится. Приятного просмотра! И первым гаджетом будет у нас сканер автоошибок. Представляет собой всем известный адаптер ELM-327, но в фирменном варианте от компании V-Gate. Более компактный, быстрый и надежный. Данная Wi-Fi версия работает с устройствами на iOS и Android, а также из ПК. Сканер-адаптер может считывать диагностические коды ошибок, а также отображать их расшифровку, производить очистку ошибок и гасить предупреждение Check Engine на приборной панели, чтение VIN-номера кузова на авто после 2004 года, отображать текущие значения работы двигателя и различных датчиков, расход топлива, импульс открытия форсунок, обороты двигателя, расчетная нагрузка, температура охлаждения жидкости, а также может показать еще целую кучу возможностей, перечислять их очень буду долго. Сканер на оригинальном чипе ARM отлично работает с большинством автомобилей моложе 96 года, на которых уже имеются 16-контактный разъем с поддержкой протоколов OBD2, но обязательно обратите внимание, что на некоторые марки авто вам потребуются специальные переходники. Чай – это один из древнейших напитков во всем мире, и издавна китайский чай считался одним из лучших, вкуснейших и качественных. Он мог как бодрить, так и успокаивать человека. Найти вкусный и качественный чай не всегда просто, но есть ребята, которые занимаются хорошим чаем не один год и доставят его в любой уголок вашей страны, будь то Россия, Украина, Беларусь и другие ближние страны. Это ребята из MoiChai.ru. У них очень много разновидностей различного чая по различным ценам с отзывами о каждом чае и описанием его истории и как правильно его заваривать. Я уже заказывал несколько сортов чая у ребят и пью их с очень большим удовольствием уже несколько месяцев. У нас такого чая в обычном магазине просто не купить. Пуэр, улун, зеленый чай, красный, черный, белый, желтый, жасминовый, мате и очень много еще других чаев по хорошим ценам. А также у них есть различная качественная посуда для заваривания и распития чая. Все, что душа желает. MoiChai.ru лично рекомендую. Перейдите и посмотрите на большой выбор чаев. Уличная поворотная камера с 4-кратным зумом. Выполнена в прочном корпусе, защищенном от влияния погоды по стандарту IP66 и предназначена для настенной установки. Основу системы составляет 2-мегапиксельная камера с автофокусным объективом и 6 светодиодами для обычной и инфракрасной подсветки, которая способна работать в дневном и ночном режимах, обеспечивая вам отличное качество картинки в любых условиях с разрешением 1080p. Отдельно следует отметить видимость до 50 метров в ночных условиях при активной подсветке и наличие 4-кратного цифрового зума для того, чтобы вы могли рассмотреть интересующие вас детали. Камера работает как по Wi-Fi, так и от проводного интернета. Для хранения видеозаписей вы можете сделать выбор между облачным сервисом либо картой памяти максимальным объемом до 64 ГБ. Поворотный механизм устройства позволяет поворачивать объектив на 320 градусов горизонтальной и 110 градусов вертикальной плоскостях с большим охватом по площади наблюдения и дает вам неплохую альтернативу в установке нескольких обычных камер. Бутылочная гирлянда. Создавая праздничное освещение, невозможно обойтись без использования электрических гирлянд, которые отлично подойдут для украшения не только новогодней елки, но и для создания праздничной атмосферы в доме, в офисе или на даче. С такой гирляндой вы создадите настоящее волшебство внутри бутылки. Эта стильная гирлянда-пробка для бутылки изготовлена из тонкой серебристой проволоки, которой можно придать любую форму. Опустите нитку гирлянды в бутылку из-под праздничного шампанского или вина и наслаждайтесь декоративным акцентом, неповторимым световым эффектом. Такая гирлянда подходит для любого дизайнерского проекта, создания романтической атмосферы или для новогоднего украшения. Всем давно известная меламиновая губка отмоет вам все что угодно и где угодно. Это совершенно новое средство в борьбе с загрязнениями. Без каких-либо химических средств и с минимальными усилиями вы сможете удалить загрязнения, которые обычно представляли проблему. Достаточно намочить меламиновую губку и мягко тереть поверхность. Пятна исчезнут моментально, как по волшебству. Она уберет следы от ручек и маркера, следы обуви с линолеума, известковый налет, загрязнение с оргтехники и пластика, отмоет кафель, ванну и раковину, застарелую грязь с других поверхностей, а также уберет ржавчину.
робот-пылесос Xiaomi Mia оборудован современной и технологической системой SLAM, благодаря которой он может определить свое местоположение и составить карту комнаты для дальнейшей уборки. Идеальный результат обеспечивается не только высокой мощностью и умом гаджета, но и огромным количеством установленных датчиков, таких как датчик пыли, датчик против столкновения со стенами, мебелью и другими предметами, лазерный дальномер, электронный сверхточный компас, датчик обнаружения крупных частиц пыли, гироскоп, датчик падения, спидометр и многое другое. Кроме того, что робот умный, он еще является непревзойденным уборщиком. Корпус пылесоса вплотную прилегает к полу, а вентилятор высокого давления позволяет эффективно собирать пыль с его поверхности. В то же время, щеточки и валики, расположенные по периметру, образуют объемную очистительную систему, благодаря чему пылесос Xiaomi легко впитывает поверхностную пыль, волосы и крошки, а также тщательно и глубже вычищает поверхность, даже включая узкие щели в напольном покрытии. После уборки даже босиком вы не почувствуете никакой пылинки, ведь робот сделает все возможное, чтобы подарить ощущение комфортного и чистого дома. Популярные Bluetooth-наушники с шумоподавлением – это компактные портативные наушники, которые подарят свободу действий. Беспроводные наушники – это революционное изобретение, которое избавит вас от проводов, которые вечно путаются и цепляются за все вокруг. Наушники настраиваются в одно касание. Теперь не нужно соединять наушник сначала друг с другом, потом с телефоном. Благодаря функции шумоподавления звук ясный и чистый. Динамики с сильным басом приведут в восторг любого меломана. Эта модель наушников необычайно портативна. Они надежно держатся в ушах и даже во время бега, быстрой ходьбе или других занятий спортом они не выпадут, так как разработаны с учетом анатомии уха. В них превосходное качество звука достигается благодаря самому быстрому на сегодняшний день подключению Bluetooth 5.0. Соединение защищено от любых помех. Управление наушниками сенсорное и очень удобное. Система контроля давления в шинах автомобиля поддерживает связь с четырьмя датчиками, которые устанавливаются вместо ниппеля подкачки шин. Связь поддерживается через Bluetooth. Информация о давлении в шинах обновляется во время движения. Главные мозги устанавливаются в салоне автомобиля и могут заряжаться как от входа microUSB, так и от встроенной солнечной батареи. Сенсоры питаются от установленных батареек внутри. Водитель сам устанавливает желаемый диапазон давления в шинах. Если поступает информация, что давление вышло из заданного диапазона, раздается звуковой сигнал. Есть возможность отрегулировать яркость дисплея, мониторинг давления и температура каждого колеса, внутренние датчики – это защита от вандалов, встроенная индикация и сигнал о высоком и низком давлении, а также температуре колес. Автоматический мини-сенсорный водяной насос с USB-интерфейсом выполнен в минималистичном стиле. Он сделан из пищевого материала, поэтому не нужно бояться яда или каких-то либо вредных веществ. Пищевой силиконовый шланг можно использовать для изготовления шлангов и сосок на детских бутылочках, так что бояться ничего не стоит. Устройство закачивает воду быстро, что занимает всего несколько секунд, чтобы заполнить стакан воды. При наливании жидкости в чайник создается естественный угол потока. Благодаря этому посуду можно поставить на стол и не держать в руках. Предмет быта является портативным и полностью перезаряжаемым. На полной зарядке устройство способно накачать до 120 литров воды. Этого достаточно для того, чтобы удовлетворять потребности небольшой семьи в течение 2 недель. Заряжается устройство при помощи специального USB кабеля, который идет в комплекте с самим устройством. Мощную тягу насоса обеспечивает хороший мотор, состоящий из 2 дугообразных магнитов и 3 электромагнитных катушек. Плазменная USB зажигалка с сенсорным переключателем. Работает по другому принципу, нежели электрические зажигалки с пружиной накаливания. Между 2 контактами создается мощный электроимпульсный разряд, как в молнии, который поджигает любые предметы. Зажигалка работает без газа и топлива. Поджигается в любую погоду, экологически безопасно, не взорвется при нагревании от солнца или при падении. Электроимпульсная зажигалка практичная, удобная и безопасная. Заряжается с помощью USB кабеля. Для контроля состояния заряда аккумулятора выведен световой индикатор. Машинка для стрижки волос от Xiaomi оснащена специальным слайдером для регулирования диапазона среза от 0,7 мм до 2,1 см. Она выполнена в компактной конструкции и имеет низкий уровень шума. Даже при включенном турборежиме устройство сильно не нагревается и не шумит. Машинка для стрижки имеет 2 режима работы. Мощный мотор со скоростью вращения 4500 оборотов в минуту в стандартном режиме стрижки и 5800 оборотов в минуту в турборежиме. Турборежим отлично подходит для стрижки
густых волос. Это устройство оснащено интеллектуальной системой Energy Smart Manager, которая состоит из модуля управления двигателем и энергосбережением для обеспечения высокой скорости работы даже при низком заряде батареи. Устройство имеет удобную зарядку USB Type-C, которая позволяет зарядить триммер от внешнего аккумулятора, компьютера, USB-розетки или другого устройства. При полной разрядке триммера его можно использовать, непосредственно подключив к блоку питания. Как вам эти популярные устройства? У них реально тысячи заказов. Переходите по ссылке и сами убедитесь. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на канал. Мне очень приятно. Был рад сегодня для вас стараться. С праздниками вас, всего самого хорошего. Спасибо за просмотр и пока-пока.